Всем привет, Вася, с вами Жека. Короче, Вася, значит, мой кентюрик Вася недавно решил пригнать себе евробляху, Вася. Так он теперь не может третий день въехать в Украину, потому что евробляхеры заблокировали границу. Это что за фигня получается? Значит, им можно пригонять, а другим что? Не надо получается или что? Значит так, протестуют они против закона о растаможке. По их мнению, значит, этот закон, он, как бы вам сказать так, автомобильным языком, этот закон ЛАНОС. Вот. Значит, и еще евробляхеры пытались носить поправки, Вася, в этот закон. Ну, депутатам, типа, втюхивать, понял? Вот. Значит, знаете, какая была самая главная? Самая главная поправка, чтобы их не за... Чтоб забыли, короче, про них. Вот. Короче, Вася, решил я, значит, разобраться, что конкретно не нравится, Вася. Значит, мой сосед, Вася, нашкрябал денежек, чтобы пригнать себе хоть какую-то колымагу, Вася, чтобы хоть какую-то копеечку зарабатывать, Вася. Пригнал себе Беху X6. Я говорю, что ж ты ее не растаможишь, Вася? Он говорит, ты знаешь, чтобы ее растаможить, надо Вольво жены продать, она тоже не растаможена. Коллизия получается какая. Я говорю, и что ж ты будешь делать? Я, говорит, в знак протеста спалю, говорит, тачку. Я говорю, ты что, Вася, идиот, ты спалишь X6? Он говорит, не, я спалю другую, специальную, я для этого специальную тачку пригнал. И вообще, Вася, все это придумал Порошенко, чтобы пересадить украинцев на Богданы, понял, да? Короче, Вася, что я вам хочу сказать, я вот, кстати, недавно был в Польше, Вася, так там на этих евробляхах, Вася, ездят все, никто никого не чимит, Вася, никто никого не задалбывает, все в порядке, Вася, никто не митингует. Короче, я вам так скажу. Значит, идеи евробляхеров благородные, Вася. Реализация страдает. Я, значит, что предлагаю? Не заниматься херней, а просто тупо нормально работать, Вася. Причем фраза «нормально работать», Вася, относится к нашему, Вася, правительству. С вами был Жека. Живите четко и не косячьте, Вася. Короче, слышь, там только что въехала тачка на польских номерах в литовскую. Речь Посполитая соединилась. Пока!